20-летию независимости, это хороший подарок, когда мы видим, когда общественность, молодежь, государство, учебные заведения, все объединяются для того, чтобы Казахстан поднять на высокий уровень. Вот сегодня какие страны добиваются успеха? Не те, которые сами создают знания, а те государства, которые обеспечивают своему населению доступ к знаниям, и за счет этого мы добиваемся инноваций. Честно говоря, для меня это, этот проект является таким показательным примером того, что как можно развивать интернет, поскольку мы, в принципе, как министерство заинтересованы в том, чтобы любые проекты в Казнете имели какое-то хорошее начало и, самое главное, активно развивались. Для меня отрадно, что помимо самого министерства, помимо фонда, были вовлечены студенты. Студенты Международного университета. И здесь хочется отметить такой факт, что когда, в принципе, студенты начали наполнять, то здесь уже пошли свои плоды. То есть фонд, как было сказано, был фонд Википелин, был признан в своей категории как офис, который как бы сделал такой основной прорыв. Для меня было большим откровением, когда студенты, и я услышал от руководства института, услышал, что студенты в процессе заполнения статьи узнали очень много интересного. То есть это говорит о том, что люди познают историю. Поэтому этот проект для наших студентов является практической работой. Притом, если в начале, в июне, 200 студентов, когда подключились к этому проекту, Википедия казахстанская была около 20 тысяч статей, то на сегодня это 104 тысячи статей, 104 196 статей. И львиную долю, безусловно, сделали наши студенты. Притом, это было на добровольных началах. Все лето 200 студентов работали, несмотря на то, что это каникулярное время. Притом, энтузиазм был очень высокий. Патриотизм был очень высокий, и каждый студент осознавал, что он находится у истоков исторического события. Сейчас у нас работает 50 студентов над этим проектом, притом делают они это свободно от учебного времени. Учеба у нас нелегкая, поверьте, очень много приходится делать домашних заданий, и ребята изыскивают свои ресурсы и занимаются этим проектом, заполняют, скорость увеличивается, потому что уже навыки уже хорошие приобретены. И я думаю, что цифра 200 тысяч к концу нашего года, к 16 декабря, я думаю, что это вполне разумная цифра, мы ее выполним, притом, возможно, еще подключатся студенты. Сейчас Википелин провел большую работу, сейчас являются представителями Creative Commons, это всемирно известные, значит, принципы, лицензии, открытые лицензии. И я думаю, что когда мы сможем это до конца довести, возможности интернета у нас станет больше, каст-контент, в общем, развитие казахского языка в интернете будет уже на новом этапе. И в этом отношении у нас еще предстоит большое сотрудничество. Я думаю, что если у нас получится вот весь этот контент выложить в интернет, то, конечно, польза от этого будет всегда очень большая. Вопрос качества является критическим и очень важным именно сейчас. Как вы знаете, в начале проекта мы озадачили создание 200 тысяч статей до конца года. Технически эта задача вполне реализуема. И ни в одной стране мира не было такого, чтобы сидела редакция, которая будет править или контролировать Википедию. Самый главный контролер Википедии – это ее участник. Вот сегодня мы имеем 230 человек, извините, которые активно участвуют в редактировании. Их было 4 человека 5 месяцев назад. Мне кажется, это неплохое достижение. Если мы сможем добиться того, что будет 1000 человек, это будет совсем другое качество. Выше, например, в английской Википедии половина редакторов – это обладатели PhD. Поэтому качество высокое. Мы тоже обращаемся к нашим ученым, к преподавателям, к студентам, которые так или иначе занимаются изучением различных тем. Пожалуйста, присоединяйтесь, давайте делать это вместе.